Рядом со мной Елизавета Арефьева. Сегодня она у нас поет в таком красивом образе. Что будешь петь, Лиза? Песню «Опять метели» к фильму «Ирония судьбы». Надеюсь, всем понравится. Лиза, чем тебе запомнился этот год? Что у тебя произошло самые позитивные, запоминающиеся? Знаете, была фотосессия одна, и что могу сказать, это, ну, платье было, и у меня не самое приятное случилось. Об этом надо говорить, я не знаю. О приятных, о позитивных, о запоминающихся моментах. Мне только фотосессия, если честно, больше ничего. Песни, может быть, какие-то написаны были тобой или тебе? Была песня... Девушка одна, певица, но она играла в фильме. Ну, к сожалению, эту песню никто не смог перепеть. И я думала, что буду петь ее, к сожалению, но у меня не получилось. И дома небольшой у нас траур сейчас, и поэтому песня у меня резко поменялась. Ну, не каждый поймет, что случилось, поэтому думаю, что по поводу песни это и фотосессии все что запоминается. Ну и, скорее всего, я увидела подругу в магазине, которую не видела полгода после колледжа. Ну, вот эти все три темы как раз вот и самые хорошие. Лиза, есть дело, которое хочется завершить до окончания Нового года, чтобы вот с чистой совестью зайти в Новый год. Что хочется доделать? Написать новую песню. Есть идеи уже? Я думаю, скорее всего, это будет о жизни, это логическое будет завершение. Что-то самое приятное, что-то не самое приятное. Скорее всего, это будет жизненная песня о судьбе человека, который что-то от жизни получал. И хорошее, так и плохое. Какие планы на Новый год? Что ты планируешь? Что хочется в новом году получить? Продолжать музыкальное образование. Ну, дальше, скорее всего, буду здесь выступать, на каких-то еще каналах. И фотосессии. Думаю, что самое лучшее, это будет... Музыка, вот музыка, все, если я этот канал люблю, ваш канал «ТВ Шанс» был лучше. Лиза, какие пожелания всем тем, кто сегодня здесь выступит, потому что будут и новые, и старые участники, что ты всем пожелаешь? Успехов, здоровья, процветания, но и заниматься музыкой и своим любимым делом, тем, кто что любит. Ну и с наступающим Новым годом, не болеть, и всего хорошего. Все. С Новым годом! С наступающим!